Здравствуйте, уважаемые цветоводолюбители. С вами Елена Гриндача. Хотела вам показать Hostorafel Mouse Ears. Это мышка, одна из, считается прародителем мышек, насколько я знаю. И она одна из самых высоких мышей. То есть вот посмотрите, там какие маленькие хосточки. Вот за ней еще маленькая хосточка. Тут остильбочки, камнеломочки. Вот она видно, что выше всех. Еще не зацвела, но такие мощные у нее бутончики. Ну вот мощные листья, кружевные. Голубая она будет оттенять у вас другие пестрые растения. Это важно. Важно очень в саду иметь что-то зеленое или голубое, чтобы не пестрило, чтобы не получалось винегрета. Присмотритесь. Она, ну, я считаю, заслуживает внимания, тоже обязательно должна быть в саду, вот на фоне красной камнеломочки. Смотрите, как смотрится прикольно. Вот, поэтому тоже как вариант для вас, если ищете, чем разбавить растения.